Всем привет! Сейчас Алиса вам расскажет о своем конструкторе. Да, вот тут вот гостиная. Рядом в гостиной кухня. А тут вот спальня. С видом на море, правда? Да. А вот тут парковка, машина вон какая красивая стоит. Тут вот пляж. Тут... Где? Покажи ручкой. Вот тут. А кто у тебя там на пляже отдыхает? Все. Все друзья? Да. Ясно. А где летняя кухня? Вот тут. Ну, какая красивая летняя кухня. А наверху что? Тут горка. Это развлечение на пляже, да? Да. Ясно, ну красиво. А вот тут вот туалет. Пляжный туалет, правда? Да. Можно еще и душ принять после соленой воды. Да. Ну хорошо, замечательно. Что еще покажешь? А вот тут у нас больница. Тут вот машина вот такая. Машина скорой помощи? Да, машина скорой помощи. Красивая такая. А это что за машинка с ёжиком? Это вот тележка. Угу. А вот тут вот тоже маленькая беседочка для зайчика и всех его друзей. Посмотрим, что там сзади происходит. Тут, тут куколка вам машет. Привет. Девочка-врач, да? Да, да. Хорошо. Там черепашку моют, зайчика лечат. Ну, замечательно как. Что дальше? А вот это... А вот это у нас... Это у нас кафе. Расскажи нам про кафе. Тут вот у нас, как вы видите, ну что это? Телефон, кассовый аппарат. Да. Миксер, правда? Да. А это что такое серенькое? Большое. Серое? Да. Это холодильник. Такой холодильник, да? Там пироженки хранятся. Да. Ясно. А на витрине что? А вот тут вот пироженные. Еще и крутятся замечательно как. Да. Что еще? Есть что-нибудь рассказать? Тут есть еще и беседка, где можно перекусить вкусно, да? Да. Разверни, посмотрим. Вот. Тут уже готова еда. Ага, морковка. Да. Морковка с чаем. Да. Ой, крутящиеся стулья. Да. Цветы, все как красиво. А там что валяется? Мотоцикл? Да. Чтобы развозить вкусняшки? Да. Послушным детям? Да. Да? Вот так он должен выглядеть. Ну, красиво, замечательно. Что-нибудь еще хочешь рассказать? Или все ты рассказала? Все? Да. Ладно, всем пока.